Нормализовать климат в полицейских коллективах. С этой целью во всех отделениях внутренних дел сейчас проходят встречи стражи порядка с членами общественных советов, созданных при региональных и городских управлениях МВД. Толчком к столь тесному взаимодействию послужили мартовские события в Казанском отделе «Дальний». Во время встреч с сотрудниками полиции затрагиваются вопросы духовности и нравственности, закона и морали, чести и справедливости. Все то, без чего не может обходиться работа стражи порядка. Из Волгограда репортаж Антона Талпа. Свежевыкрашенные двери камер в полицейском участке Центрального района Волгограда. Комната отдыхов для сотрудников и допросная. У стражи закона никаких секретов нет. Они охотно показывают, как устроена полицейская кухня. Все это стало возможным благодаря недавней инициативе руководства МВД, в котором посчитали необходимым наладить взаимодействие общества и тех, кто отвечает за его безопасность. Вот у нас, значит, здесь находится камера для административных задержанных. Недавно здесь провели, значит, ремонт. Также в соответствии с всеми нормативными документами, которые регламентируют, есть притяжная, вытяжная вытяжка для потока воздуха свежего. Соответственно, сделали здесь полностью ремонт, чтобы... Общественные советы при МВД наделены довольно широкими полномочиями. Ее члены могут беспрепятственно пройти в любой отдел полиции и посмотреть, например, личные дела сотрудников. Также они могут инициировать проверку любому стражу порядка на предмет соответствия должности, если в его работе будут замечены серьезные нарушения. Но все это скорее крайние меры. В основном работа совета строится на профилактике негатива в рядах полиции. Задача поставлена вроде бы ясно, конкретно: духовность, нравственность, закон. Вы следите за тем, чтобы закон соблюдался. Насколько вы правильно это делаете, настолько он и соблюдается. Совет, наверное, создан не только для того, чтобы быть таким контролирующим органом вас, но и в поддержку, и действительно в ощутимую поддержку ваших будничных делах. Общественный совет при УВД Волгограда начал свою работу с марта этого года. В его состав вошли 11 членов. Это известные спортсмены, ученые, священники и юристы. Каждый из них закреплен за отдельным отделом полиции. Практика подобного взаимодействия существовала давно. Не первый год при областном управлении внутренних дел работает общественный совет. А с нынешнего года, согласно указу руководителя МВД, общественный контроль будет осуществляться и на местном уровне. За каждым районом закреплен, ну назовем так, руководитель вот общественного совета. И он во взаимодействии с руководителем структурного подразделения полиции должен сообща решать вот эти проблемы, которые в конечной цели должны сойти на нет. То есть мы должны делать одно единое дело. Окажется ли действенной практика контроля общественных советов за работой полицейских, покажет время. Сами стражи закона эту инициативу министерства восприняли положительно. По словам сотрудников полиции, такое тесное взаимодействие с обществом станет еще одним шагом на пути к завершению реформы МВД. Антон Талп, Александр Шишин, телекомпания «Актуба».